Друзья, добрый день! Вы на кулинарном канале Натальи Горбачевой. Сегодня я приготовлю творожную пасху. Для нее потребуется 4 самых доступных продукта – творог, масло, сметана и сахар. Яиц в этом рецепте нет. Творог – продукт скоропортящийся, поэтому стоит брать самый свежий. У меня на этот раз не домашний творожок, а магазинный 5% жирности. Жирность сливочного масла 82,5%. Сметану лучше брать не кислую, от 20% жирности и больше. Сахар добавляйте по вкусу. У меня 100 грамм, но количество, конечно, можно и увеличить. Творог, сахар и масло комнатной температуры я растираю до однородности и добавляю к сметане. Хорошо перемешиваю, а затем пробиваю блендером до нежной, кремообразной консистенции. Затем готовую творожную массу перекладываю в форму. Если нет специальной пасхальной формы, можно использовать обычное пластиковое сито или дуршлаг. А я решила взять мою керамическую форму воронку. Я с ее помощью раскладываю по банкам варенья. Сегодня она мне послужит для другого. Воронку или сито я ставлю на чашку, в которую будет стекать жидкость. Выстилаю марлей, у меня 4 слоя. Выкладываю в нее творожную массу. Накрываю краями марли и сверху ставлю тарелку с каким-нибудь грузом. Все это сооружение помещаю в еще одну тарелку, побольше, и ставлю в холодильник на сутки. Большая тарелка страховочная. Если с марли будет капать, холодильник останется чистым. И теперь посмотрим, что получилось. Масса заметно уплотнилась. Я накрываю ее тарелкой, переворачиваю. Снимаю форму и аккуратно отделяю марлю. Творожная пасха готова. Ее осталось только украсить. Это по вашему желанию. Сухофруктами, цукатами, орехами. Можно припудрить какао, а я посыпаю шоколадной крошкой. Это очень вкусно. А готовится, как видите, предельно просто. Рекомендую попробовать. А еще рекомендую посмотреть видеорецепт быстрого творожного кулича без дрожжей, если вы его еще не видели. И, конечно, подписаться на мой канал, включить колокольчик. Будем готовить вместе.